Сейчас у нас задача поклеить защитное стекло на Redmi 5 Plus, Xiaomi Redmi 5, но, собственно, без разницы на какой он. И получается, иногда это бывает такая сложная задача, сложнее, чем экран поменять. Вот я только что поменял экран на этом телефоне. Поставить-то можно, но так поставить, чтобы не осталось никаких точек, и экран, и стекло полностью прилегло без дефектов, это непростая задача, вот сложно. Как это сделать? Ну, во-первых, у нас есть в комплекте, это целая коробочка, вот такая пришла, и в ней есть все необходимое. Например, смотрите, получается, что нужно сделать, в чем трудность. Во-первых, нужно ровно положить и прицелиться, чтобы стекло полностью легло по всем краям. Здесь у нас есть стикеры, и вот такие одна и вторая полосочки. Приклеиваем сюда, и заворачиваем на другую сторону, выравниваем полностью, вот так вот за четыре конца берем, выравниваем, и вот эти стикеры заворачиваем на ту сторону. Все, теперь стекло будет подниматься и опускаться на свое место. Если вы заметили, что оно поднимается, но опускается не на свое место, значит, причем вот это вот хвостик, это та пленочка снизу, которую нужно будет снимать, она к экрану идет. Проверяем. Вот в том положении, в котором в данный момент, ровно оно или не ровно. Я бы хотел поменять. Снимаем и перекладываем. Мне не очень нравится, как оно легло. Нужно немножко по-другому. То есть вот второго шанса у нас не будет. Необходимо, ну, будет, но хочется с первого раза все сделать. Поэтому еще раз выставляем, как бы я хотел, чтобы оно легло с обоих сторон, и вот на ту сторону перекладываем. Все, вот так я хочу, чтобы оно осталось. Что теперь необходимо? Откидываем стекло и протираем. У нас есть тряпочка 1 и тряпочка 2. Сначала тряпочку 1 отрезаем и вытаскиваем, она собирает мусор, она влажная, и помним об этом, о том, что она влажная и должна быть. Бывает так, что комплект старый и уже не влажная, поэтому, ну, тогда смочите или изопропиловым спиртом, или воспользуйтесь другими способами чистки. Так, вы сделали, промыли. Теперь нужно все в одну сторону провести, убрать, провести, убрать, провести, убрать. Для того, чтобы смести все мусоринки в одну сторону. Берем второй. Уже написано, что это сухая тряпочка. Вытаскиваем и протираем все то же самое, но сухой тряпочкой. Развозим. И точно так же сворачиваем и
сметаем все в одну сторону. Не туда-сюда развозим, а вот так вот. Чик. И если вдруг что-то попалось, сметаем. И теперь у нас есть вот такая вот штучка. Это просто липкая. Если вдруг попалась какая-то соринка, она ее не будет никуда тянуть, она ее просто прилепит на себя. Воспользуйтесь для того, чтобы снять все соринки. Я еще смотрю через... Все. Если вы уверены, что соринок нет, тогда держим вот так под наклоном, снимаем стекло, берем еще раз, проверяем. Самой пленки могли попасть какие-то соринки. И теперь в таком состоянии просто вот так вот ложим. И он сам заполнился. Заполнился полностью. Поэтому, ну вот, таким образом можно без каких-то дефектов положить, заложить стекло. Теперь у нас как новый телефон. Стикеры снимаем. Стекло стоит. Повторяйте. Таких видео в интернете много. Но вы можете сделать это и самостоятельно. А можете отдать в магазин, в сервис. И вам тоже за определенную сумму это сделают с стеклом. Повторяйте. Увидимся на канале. Всего доброго. Увидимся на ремонте.